Где твоя голова? Клара, ты меня бесишь. Спасибо, что хотя бы там не надо вторую ногу искать, туловище по частям собирать, знаешь, там тоже там материнскую плату, вот это вот. По-всякому могли сделать. Так что я думаю, это еще так. В адекватных количествах, что называется. Кто? Эпик начался. Кто? Где? Давайте, показывайте. Порву всех. Никого нет, по-моему. Твою мать, где этот долбанный вход к оторванной башке? О? Под землей, что ли? Погнали. Охренеть, опа. Где тут голову искать? Тихо. Вам нужно попасть в зал Икар. Он находится на втором уровне этого помещения. Где вход? К сожалению, у меня нет такой информации. После сбоя тут все запуталось. Я заметил. Может, подать питание на пилот? И как это поможет? Не знаю. Просто положение. Ладно, попробую. Вариантов все равно немного. Терешкова, где тут электрощитовая? На самом верху. Отлично. Потеря связи — то, о чем я мечтал. Такая счастливая, но на самом верху, родной, лезь. Развлекайся. Белуга — самый быстрый и многозадачный из подводных аппаратов в мире. Развивает скорость до 78 километров в час. Способен выполнять гражданские и военные операции. Вы разлили? У вас не наливать. За последние годы мы узнали о дне океанов куда больше, чем за весь прошлый век. Короче, не сейчас, да? Главное не цепануть его. Минус. Это тоже готов. А я думал, это шорткат, кстати. А, ну так и есть. Откуда они взялись тогда? Да ты прикалываешься. И оно прям со звуком. Не, я долго показывать не буду, потому что, по-моему, когда-то в какой-то игре тоже показывали, типа, мультики или что-то похожее. И вот именно за то, что находилось внутри телевизора, внутри игры, типа, кадры есть, звук есть, все, оно как бы совпало. Крас, то есть после того, как Дмитрий Сергеевич создал новый гамма-коннектор, он уничтожил старую бету? Формально было именно так. Но на самом деле была уничтожена только технология производства бета-коннектора. Экспериментальную пару колец просто вычеркнули из всех документов и объявили утилизированной. Зачем так сложно? Не хотелось уничтожать плоды кропотливых трудов. Академик Сеченов просто оставил экспериментальные образцы на память. И где они сейчас? Хранились в одной из лабораторий научного центра Сеченова здесь, на предприятии номер 3826. Разумеется, под видом простой атрибутики. С началом сбоя они, кажется, куда-то пропали. Кажется? Вы же видите, что творится вокруг? Никто точно не понимает, что и где тут происходит. Возможно, кольца так и лежат на каком-нибудь лабораторном стенде, если его не разгромили взбесившиеся роботы. После запуска коллектива они будут не нужны. Дмитрий Сергеевич и его гениальная когорта решат все проблемы и без такой. Полностью с вами согласен. Он так ему верит. Это так не идет к тому, что будет, знаешь, как будто бы твист. И как будто бы хороший персонаж не окажется не очень-то и хорошим. И где здесь самый верх? Ой. Да твою ж мать. Так, еще, наверное, сниму пока что все у меня улучшения эти, потому что это прям надо на критические ситуации, оказывается. Прикольно.
Блин, так сложно попадать. Такие медленные прожектайлы. Но я сейчас правда думаю, что надо как-то экономить припасы, потому что это ужас. Обратите внимание, патроны перестали падать. То есть я собираю ящики, собираю всех мобов. Ну, каких вижу, по крайней мере, потому что пылесосит прям каждый миллиметр, это заколебешься. И что-то не постреляет. Но правда еще... Сейчас, в принципе... Посложнее. Ситуёвины. Все андроиды мощные. Все прям такое. Там тоже напугади. Мне кажется, этот мотив узнаю, типа, откуда угодно. Вот они так стоят еще, я думаю, блин, ну не нападает же. Ау. И он тоже умер. Окей. Так, этим ребятам лучше не взлетать. Дверка есть. Здесь есть какие-то секреты? У меня такое ощущение, что их заавтолевели чуть-чуть, и они начали больше уронов. Уронов и ударов терпеть. Потому что, по-моему, раньше их быстрее убивал. Не буду рисковать. Здесь риск, он не окупается, как правило. Это мы уже неоднократно заметили. Попробуешь где-то запрыгнуть. Если бы я мог два рывка использовать во время прыжка, тогда я бы еще попробовал. Но он после одного просто камнем вниз падает, поэтому... Дохлый номер. Аухрос. Куда я залез? А. Питание подается, господи, здесь. Вы уверены? Абсолютно. Почему? Потому что здесь моя любимая гребаная. Я глуп. Я бесконечно глуп. И погиб из-за своей глупости. Если меня будут хоронить, пусть напишут это на надгробии. Да вряд ли напишут. Похоже, что похороны будут общими. А что? Погибло еще много людей? Много. Слишком. Фух, это хорошо. Не хотелось бы, ну ты понимаешь, оторваться от коллектива. Вместе она веселее, верно? Обхохочешься. Так, появилось больше, типа, сложностей. Надо, чтобы было во всех. Так. По-моему, элементарно. Только... Сейчас. Типа, в одну сторону, в другую сторону, чтобы мне... А, вот я бы их местами поменял. Если бы я их мог поменять местами, было бы лучше. Потому что так я веду, получается, по этой линии, и все равно будет два. А, ну вот, да. По прямой. Так, это выход. Это вообще выход отсюда. Беги, говорит. Куда, вот к этим? О, нет. Либо как-то... Конкретно к этим не хотелось бы бежать, знаешь? Ау, почему ты дропнул способность? Глупый. Оказалось эффективной штукой. Не думал об этом.
Всем приятного полета. Как ты выжил? А, ужас. Вот я даже не знаю, сейчас это того стоит или нет. Ты заколебал падать постоянно. Ты дурик. Что я получил за это? Я где? Это открытая карта? А, ну, то есть, да, только сюда нет смысла идти примерно никакого. Вот есть сундук. Капсула 8 пуль для калаша. Большая капсула чертеж. Проверяю, не воспользуюсь, скорее всего, никогда. Одна дробь, классно. Ну, типа, можно дальше пройтись, но... Это мы далеко уйдем тогда уже от цели. Только попробуй. Только попробуйся. Так, а мы это сделали, чтобы что? О, нет, он напал на меня. А что если... Подожди, просто, типа, нажми кнопку, пусть оно работает. Посмотрим, чем это нам поможет. Пусть все полетают. О, хорошо. Удачи, надо просто использовать окружение. Сундук был? Сундук в полностью закрытом помещении. Интересно. А, тут все это время была эта штука, но не, она не, даже не сработала. Я, по-моему, уровень тревоги не поднимался. Так, что тут у нас? Терешкова, ты меня слышишь? Да, дорогой товарищ, связь восстановлена! Эй, Терешкова, ну и где там эта твоя башка? Моя на месте, а голова Клары где-то на вашем этаже. Как я уже говорила, на нее что-то невыносимо давит, как мигрень. Как экскаватор, как целая гора. Да понял я, понял. У меня у самого уже мигрень от твоих завываний. Сейчас найдем.
Похоже на детскую головоломку «Лабиринт». Ну, это-то я запросто. С шариком, а куда его вести-то? Где дырка? С этой стороны не пройти. Господи, ну в какую сторону-то оно работает? А, все, вижу, сверху. Какой юркий сорванец, а? Да что, прям кайф начал с этого получать, да? Прям нравится, а? Да как тебя вертеть? Тут нет пространства для ошибки, поэтому можно просто его вообще до конца особо не контролировать. А тут бы и не получилось, потому что реально микроконтроль, но пока повернется. Так, теперь налево, 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 налево. Крутимся налево. Теперь в... еще налево. Как мне это сейчас должно голову помочь вытащить? А, кажется, я... Нет! Вот это ошибка. Кажется, он понял. Так, вперед, вперед. Да твою мать. Да что такое? Оп. Скотина, залети куда надо, пожалуйста. Вот, типа, левее, ниже, правее, правее, правее. Отлично, отлично. Сейчас все получится. Теперь вот сюда. Идеально. Что я сделал? Ха-ха, вот так это делается. Где голова? А. Я думал, она хотя бы так, немного другая модель. Надо идти дальше. Крас, как думаешь, сколько у нас времени? Не могу сказать точно, но уверен, что немного. Ну, наконец-то. Все запчасти собраны. Это заняло время. Достаточно времени. Но должен сказать, что тут прикольная такая выставка. Все комнаты разнообразные, чем-то обставлены. Эти голову оторву. К запуску все готово, бегу к роботам для активации. Быстрее, быстрее, у нас всего несколько минут. Быстрее, быстрее, давайте. Сейчас что-то еще, правда, пойдет не так, но это не важно. Само собой. Или нет? Или без агрессии на этот раз? А, ну конечно. Я и говорю. Дома. Ну, вот что это такое? А, тут еще это хрень. Я вниз, короче. Давайте, до связи. Я скрипты активировать. Нельзя, можно. Все части робота установлены. Что дальше? Процедура саморемонта завершена. Я готова к работе, дорогой товарищ. Позвольте нам образовать пусковую пару. Первая часть пускового кода сгенерирована. Запрашиваю подтверждение идентичности. Первая часть пускового кода сгенерирована. Идентичность кода подтверждаю. Произведена смена режима комплекса. Новый режим – боевые учения. Кажется, успели. Спасибо, девушки. Спасибо вам, дорогой товарищ. Всем за...
товарищ Молотов, я прошу, здесь небезопасно. То есть все-таки небезопасно? Говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петри уже совсем справился. Чем именно он справился? У вас все коридоры залиты кровью. Это не кровь, это краска. Товарищ Сеченов, затеяли опасную игру. Здравствуйте, товарищ Молотов. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера, выдающегося робототехника и заслуженного гражданина СССР. В прошлом. А теперь он заключенный номер 230385, этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов. По вашему приказу, вы нарушаете законы СССР в должности министра промышленности. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Предстоящий запуск глобальной нейросети «Коллектив» отменяется, а вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов! Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Вы думаете, это что-нибудь изменит? Хорошо! Я жду вас здесь через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. 7 секунд. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как Штокхаузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Заприте здесь. Что происходит? Заприте здесь, я сказал. Я в Нирване. Еще у меня большая капсула с непремом, видимо, навсегда. Че? Иди ко мне. О, нет, это этот мир, подожди. Что? Ням. Что за... Я не знаю, надо ли собрать все, но я соберу, потому что я могу. Прыги на кровати, ей! Там был собакус. И я такой же собакус, как и он. А как это взять? Непонятно. Горки. Господи, я в фуре. Нет. А как это взять-то? Здесь влезть можно. Это секретная концовка сейчас будет просто. Типа, это еще не финал игры, но тем не менее. Это условие. Нет. Это идеально прыгнуть. Да твою мать. Ни хрена себе. Отлично. Все яблоки мои. Ну, кроме вот этого, потому что... О.
Так, это выглядит эпично. А какого хрена? А что, твою мать, происходит? Я просто с момента начала катсцены, я что-то вообще... Не понял, как так все резко произошло. Они резко приехали, резко все что-то приняли, при этом я просто стою такой в катсцене, смотрю на них со стороны. Слеза. Я не знаю, кто ты, но я найду тебя. О-о-о-о. Я могу ходить по воде. И печеньком. Это те самые сундукоголовые. Ищи, я здесь. Ты мне интересно, я собираю яблоки, отстань. Подожди, надо здесь еще все сделать. Обязательно. Хоть я не знаю, зачем и почему вообще это происходит, но... Знаете, я просто следую правилам. Мне задали правила, я иду по правилам. Я собираю яблочки. Я так и знал, что он пропустит этот. Прощайте. Что, прямо отсюда начинать? Вот я на кровать запрыгну, там просто все яблоки уже более-менее собраны. Проблема в том, что мне это, походу, не поможет никак. Ага. Пошли в начало. Просто какая-то шиза на пустом месте. Так, она просто следит за теми, которые поднимаются уже. Которые на грани. И все. А теперь не упасть здесь. Привет. Я не знаю, может это типа флешбеки? Он же был на войне. И это ПТСР так у него проявляется, но я не знаю, как на это реагировать. Патри, сынок, ты жив? Кажется, да. Дмитрий Сергеевич, правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. Что с остальными? Сколько людей его сопровождало? Десятка-полтора. Может, кто-то спасся. Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич, все члены госкомиссии здесь, никто не выжил. Прискорбно, но это ничего не меняет. Коллектив должен быть запущен. Совершенно с вами согласен, но что делать с мертвым членом Политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи... Обесточено. Слушаюсь, но в Кремле будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаил. У нас мало времени.
Левая, помоги. Как ты, сынок? Я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий инцидент. У них как будто физика у задниц сделана, но они же роботы. Усопшему. Дмитрий Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на запад. Кто смог подключиться к узлу? На такое способны только два человека. Вы и Петров? Петров погиб. Я видел его тело. Только тело? А Петров — это прежде всего голова. Но тело было его. Как это возможно? Филатова. Когда твой пособник нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно. Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров.
Сынок, ты слышал? Найди его. Действуй. И он просто пошел такой: окей, бать. Чё я сейчас посмотрел вообще? Крас, что это там было внизу? О чем именно вы спрашиваете? Кто перебил госкомиссию? Как я выжил? Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание внезапно, словно вас ударили сзади. Ваше сознание отключилось, и я вместе с ним. А что это был за монстр из красного полимера? Это нейрополимерный информационный накопитель. Накопитель? И что он накаплил? Мертвые тела? Шеф сказал, что это была последняя дань усопшему. При чем здесь информация? Этот вопрос нужно задать академику Сеченову. От себя могу лишь сказать, что именно так в свое время погиб профессор Захаров. Охренеть просто. Я был уверен, что полимер безвреден. Да пусть. Найдите Виктора как можно скорее и вернитесь на Челомей. Так будет лучше для всех. Крас, а почему этот монстр, в смысле красный нейрополимерный, кто он там, информационный накопитель, выглядит как человек? Такова была идея академика Сеченова. Он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно. Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет. Он предан академику Сеченову изначально, как близнецы-балерины. Когда Дмитрий Сергеевич выпускает накопитель во внешний мир, тот всегда находится рядом с ним в качестве дополнительной охраны. Чего? Охраны? Он что, тоже может нападать на людей? А как вы думаете, товарищ майор, зачем нейрополимерной субстанции, способной в считанные секунды растворить в себе человека, потребовалось умение самостоятельно передвигаться? Твою ж мать. То есть эта хрень может подойти к кому-нибудь сзади и убить мгновенно, не оставив следов? И возникает версия о том, как некто, погибший без свидетелей, при загадочных обстоятельствах, поскользнулся и упал в ванну с неким никому неизвестным агрессивным полимером. Ебучий пилот. Есть над чем подумать. Раз. То есть, когда академик Сеченов отправляет своих близняшек куда-нибудь по делам, ну, например, за Штокхаузен, его охраняет этот красный монстр? Как вы понимаете, в отличие от вас, товарищ Штокхаузен не способен самостоятельно добраться в нужные точки предприятия, кишащего агрессивными роботами. Ему требуется прикрытие. Но оставаться без охраны Сеченов не любит. Не любит? Почему? Он же всенародный любимец, его весь Советский Союз уважает. Ему ничего не грозит. Вы так считаете, товарищ майор? Думаешь, ему угрожают кремлевские завистники? Вам предстоит жаркая схватка. Противников все больше. Да похрен, я же еду. Крас, как эта сволочь Петров может передать информацию назад? На предприятии же введен экстренный протокол. Напрямую передать что-либо Петров не сможет. Иначе давно бы уже передал. Поэтому он пытается ввести в заблуждение центральный узел управления коллективом. Это вон тот здоровенный шар, который висит. Петров где-то в его районе? Полагаю, да. Предатель где-то там. Экстренный протокол заблокировал всякую возможность связи предприятия 3826 с внешним миром. Преодолеть эту блокаду невозможно. Тут потребуется целая академия. Например, Академия Последствий. Тогда на что же он надеется? Как вы наверняка обратили внимание, из всех каналов связи с внешним миром один канал все же экстренному протоколу не подчинен. Засекреченная линия правительственной связи. Совершенно верно. Этот канал используется лично академиком Сеченовым для связи с Кремлем. Доступа к нему более ни у кого не имеется. Ни у кого. Всем привет от бабы Зины. И что задумал предатель Петров? Полагаю, он надеется ввести центральный узел в заблуждение, выдав себя программными средствами за академика Сеченова. Вот сволочь. Так, раз. У Петрова есть реальные шансы обмануть узел? Узел же программировали не идиоты. Наверняка там предусмотрена защита. Петров – талантливый инженер-программист. Он не просто так попал на предприятие 3826. Именно Виктор Петров оптимизировал раненый и крайне неэффективный протокол передачи цифровой информации по схемам. Программист – робот, робот. То есть он лучше всех знает, как именно центральный узел обменивается данными со всеми вокруг? Получается, Петров действительно может обмануть узел. Зачем товарищ Сеченов доверил эти протоколы одному единственному человеку? Что-то вредно.
После запуска коллектива 2.0 ты проверь каналы связи, что они бесполезны и неактуальны. Все будет передаваться через нейрополимерные волновые колебания. Боичный код канет в лед. И программисты вместе с ним. Кто-то Петров так бесится. Хочет успеть нагадить, пока у него есть такая возможность. В общих чертах так оно и есть. Хотя, полагаю, у Петрова имеется и иные мотивы. К черту мотива изменника Родины. Сколько у нас есть времени, чтобы ему помешать? Вести в заблуждение центральный узел управления коллективом есть сложнейшая задача. Чтобы добиться своего, Петрову нужно не только значительное количество времени, но и оборудование связи с узлом. Где оно есть, кроме научного центра? Только там, и на борту летающего комплекса человека. То есть больше нигде? Отлично. Ну все, Петров, отбегался без Влада Петровска. Эй, храм. Может быть, тебе столько ХП, но не может! Здесь есть оборудование, которое поможет Петрову нас засечь. Передвигайтесь с осторожностью. Тогда вообще молчи. Просто дольше живет, потому что у него есть щит. Единственная причина, но типа... Мне кажется, что слишком дохера просто внутренних диалогов, которые пытаются вам что-то объяснить. В которые, чтобы вникнуть, вам надо просто, типа, стоять на месте. Итак, у меня появилось время сказать, так это твою мать, он их и убил. Ну, в смысле, Сеченов. 100%. Если у него есть эти левые, правые, эти красные полимеры, как он назвал, херню эту, то он наверняка что-то умеет делать еще. Может быть, даже с сознанием, учитывая, что только что я увидел, просто абсолютно непонятное. Каким-то образом он может манипулирует главным героем с помощью этого. Потому что он просто сказал, иди сделай, а этот такой, окей. Ну, то есть, без задней мысли. Я понимаю, что семья, но... Он ничего ему не сказал, он просто говорит, иди сделай, он такой, просто кивнул и пошел. Хотя, я не знаю, если бы... Просто что, почему перчатка объяснила уже? Что у них там борьба за власть, вот как раз он... Собака, тебе меня не поймать! Как раз он его убрал, ну это ладно, хорошо. Вопрос следующий. Как он жив, если ему отрубили голову? Типа такое ощущение, что здесь сюжет происходит, потому что вот ему надо, и такие, так, ну... Но они умеют делать так, что голова теперь живет отдельно от тела. Вот, и что, как бы ее можно запустить. Вот, мы подумали, будет прикольно. И вот так и сделали, понимаешь? Я вообще, я каждую новую серию, что-то в игре происходит новое, и я просто такой, а, это так работает? Такой, типа, да, ладно. Новые правила, новые правила, новые правила. Ну, катсцен с близняшками интересная, конечно, была. Правда, опять! Вот они ее сделали для трейлера. Им вот этот вот весь ритуал проводить в рамках катсцены вообще не было никакого смысла. Зачем они это делали? Что за пафос? У меня много вопросов к этой игре. Служебная записка, секретное сообщение и аудиодневники. Понял. Удовольствие, слушай, слушаю. Ну, стало чуть-чуть получше просто. Ты уволен! Катись к чертовой бабушке, Песцов! Ты, еблан, наблюдал радиовозмущение из космоса 3 года и ждал пришельцев!
Блять, это была микроволновка! Чтоб тебя метеорит убил! Сил моих больше нет терпеть тебя, мудака! Обидно. Почему он... Он почему-то у каждого вида оружия не... Товарищ майор... Один патрон не загружает. Тише. Печенька нужна. Так, или это можно еще взломать. Ну подожди, без печеньки тогда. Без толку. А он не здесь, мне пока что не надо. Или что? А. Ну выпусти из угла меня, твой... Класс. Да что ты? Бляха-муха, разрабы, вы такие прям вот... Профессионалы, твою мать. А, ну оно чинить будет опять, да. На что я рассчитывал, твою мать? Есть печенька. Я сваливаю отсюда. Я, и нет смысла с ними сражаться, понимаешь? Просто нахер нет смысла. Они бесконечные. Они так всрато сделали эту версию, типа, полуоткрытого мира вообще. Причем все, что нужно было делать, это не реализовывать этот дебилизм с постоянным возрождением мобов. Зачем ты это есть? Ну что, попались, голубки? Ты убил его? Виктор, хватит! Довольно смертей! Да просто вырубил! Просто вырубил! Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес, а ты... ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь! Цепной пес! По приказу Сеченова порвет кого угодно! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожил этот маньяк. Я знаю, но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Подал голос. Салайл, видишь, он только очнулся и уже угрожает. Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? 2-3 тысячи, а? Виктор тут ни при чем. Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе не царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове? На ВДНХ? Здесь роботы атакуют всех без разбора. Всех, кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Виктор.
говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Виктор, это было необходимо. Простой сбой ничего бы не изменил. Как ты мог? Как я мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть! Нет, не трогай меня! А ты действительно ей ничего не сказал? Обраменчиво. Полегче. Тихо, тихо. Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет, козел. Я не знаю, зачем они сделали эти катсцены с типа постановкой. Им надо было все делать от первого лица. Потому что то, что сейчас было в этой катсцене, лучше бы я бы реально просто вот так лежал, Петри смотрел в потолок, человек. На них мотал головой и все. Петров бежал. Снова. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Найди преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор. Я уже понял, не лезь под руку, а? Сечнев даже разговаривает, как злодей. Вот он, вот я, ну и отвечаю. Глупый рейтинг. Надеюсь, тому, кто его придумал, повезло не меньше моего. Да, я тоже надеюсь. А вы о чем? Да, о социальном рейтинге, Нечаев. Вам-то на него плевать, вы в особой категории. А нам, обычным людям, он нужен. Особенно, если мы хотим получить не обычную мысль, а продвинутую. Цвет алая звезда, например. Нахрена она нужна? Как это нахрена? Сразу видно военный. Качество, уникальность. Чтобы у тебя было лучше, чем у большинства. Обычные человеческие желания. И вот из-за этого... Я вне смены осталась специально, потому что мне для повышения рейтинга надо было всего лишь 8 часов сверхурочных. Все было бы хорошо, если бы каждая пятая сволочь не начала пытаться повысить свой рейтинг перед полимеризацией, и от этого случилась социальная девальвация. Что? Обесценивание труда! Все стали работать больше за бесплатную безделушку. Эх, капитализм ударил, откуда не ждали. Вы правда умерли, потому что хотели себе цацку покрасивее? Вы что, сорока? Это вы сейчас что, издеваетесь? Идите уже! Все равно я теперь всего лишь статистика. Вот именно. Вот именно. Я очень хочу сейф, потому что меня уже бесит большая капсула с непремом. Но это нужен именно отдельный конкретный сейф. Иначе я перезайду, и я не знаю, придется что-то заново смотреть, возможно. Давай-ка выйдем отсюда. Просто интересно, что сейчас будет дальше происходить. То есть, скорее всего, мы будем идти дальше. Мы разберемся потенциально с Петровым. Узнаем какую-нибудь инфу, связанную с тем, что, я не знаю, он, ну, типа, в любом случае, не невинный чувак. Потом в процессе взаимодействия с ним как-нибудь, там, я не знаю, либо Филатова, либо как-то еще мы узнаем, что, оказывается, Сеченов не самый классный парень. В итоге пойдем за ним. И там будут блесняшки. Только услышу, но очень скоро увижу. Готовься, больной сучоныш. Готовлюсь, уж поверь.
Сюрпризы тебя уже ждут, пес! Ты настроил против меня Ларису, гад! Теперь она не отвечает на мои вызовы! Прости, если сможешь, а если не сможешь, то не прощай, мне похер! Крас, ты можешь отследить звонок? Где находится эта сволочь? Я увижу из театра имени Майи Плисецкой. Театра? На территории предприятия? Вот клоун. Театр, а не цирк, товарищ Плисецкий. Я отмечу вам направление. Теперь предатель от меня не уйти. Второй раз я его не упущу. Как это произошло, твою мать? Главное, Музон играет просто здесь везде. Мне нужна машина. Я не понимаю, где это. Это прям далеко-далеко. Далеко-далеко. Ну только куда далеко-далеко? Тут даже непонятно по этой карте. Сюда? Тут еще причем, ну, дорога, она не заканчивается. А тут вот еще есть. Титан. Неплохо так. Буду идти в сторону, надеясь, что найду машину. Мне что-то как-то другого, мне кажется, не дано. Я не понимаю, почему она вообще подпрыгнула, взлетела, взорвалась нахрен. Что это было? А, подожди, или я сейчас... Иду... Нет, ну туда показывает, значит, надо... идти туда.